телекомпания «Парвана», значит, выполняла свои услуги на основе договора, который заключался между телекомпанией и, значит, Кангиобай муниципалитетом. Условия договора, которые были предусмотрены для выполнения того или иного обслуживания, были, есть у нас это публичная информация, можете взять, прочитать, посмотреть, условия были заключены на основе договоренности двух сторон, естественно. Эти договора были, значит, на основе договоров, значит, функционировала телекомпания до 2016 года, а с 2016 года уже Кангиоба Нинацминде объявила тендер. На объявление тендера, вы знаете, существует, для объявления тендера вы знаете, что существуют определенные правила, права, то есть здесь, если говорить о том, что имеется какая-то заинтересованность, естественно, не может быть этого, потому что тендер – это уже, как говорится, своеобразная, значит, специфика и своеобразные действия, которые нужно будет соблюдать и делать. Мы знаем, что директор телекомпании «Парвана» и по декларации, и по документам является не сам заместитель Сакребуло, а является другое лицо. Мы не видим этого корыстных целей, потому что закон в данном случае, вот в каком сейчас обстоят дела, закон не дает. Опять-таки говорю, что мы всю свою информацию отправляем в юридические органы, там проверяется все вот это и дается, как говорится, заключение. И нам нужно также медиа для того, чтобы наша деятельность была распространена на уровне государства. Естественно, мы поэтому к нам обращаются определенные компании, которые хотят, значит, дать более широкую информацию уже на уровне государства. То есть это разного рода, значит, компании, которые, одна компания, скажем, занимается инфраструктурными проектами, которая будет уже распространять информацию о наших инфраструктурных, вторая компания социальными. То есть мы, кроме всего прочего, что даем, как говорится, широкую информацию в нашем муниципалитете, мы также и даем информацию о нашей деятельности на уровне государства, поэтому у нас разные компании, которые работают с нами, у нас и социальные, вы, наверное, заметили, у нас и «Гардиан» есть там, и, значит, и журналы есть, которые печатаются, приходят, и мы также находимся в регионе 2000, каждый год региональный ежегодный журнал, который издает по муниципалитетам, тоже в этом тоже мы привлечены, то есть у нас это традиционно есть, календарно мы вовлечены в эти действия, где мы можем показать и наш муниципалитет.